Хей, окей, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру под названием Far Cry 3 Blood Dragon. Текс, короче, что у нас сейчас происходит? Я нашел, знаете что, броник, как вы видите, там где моя хпшка и броня. Так, у нас же уже новый левел, левел ап. А, нужно идти походу вниз, да? Тихо, что это как? А, это забраться. Но прежде чем я туда пойду, база данных. Так, нет, стопэ, я хочу сначала одну вещь узнать. Коктейль Молотова. Граната. Теперь нажимаем Escape. База данных. Сведения. Оружие. Так, гранаты. Гранаты. Замечательные вещи, известные с глубокой древности. Эти полезные плоды всемирно известны как символ плодородия, процветания и любви. Райское яблоко, которое соблазнило Ева. Это именно гранат. Впрочем, хватит о фруктах. Нас интересуют те гранаты, которые взрываются. Обычно их бросают с каким-нибудь идиотским воплем, типа «Ложись, граната!», а потом они взрываются как какой-то сюрприз. Молотокс. Оптимисты обычно говорят, что бутылка, наполненная... наполовину полная. Пессимисты, что наполовину пустая. Но мало кто успевает что-то сказать, когда на них... Падает сосуд, наполненный легко воспламеняющимся зажигательным смесью. Так, изобретено это средство было во время испанской гражданской войны. А гордое имя Молотокс, Молотов вообще должно быть, ему дали финны после советских вторжений в Финляндию. Кажется, это самая известная шутка, придуманная финнами. Так, Тата. Так, у нас же новый уровень, да? Второй уровень. База данных. Навыки, стопы. Так, шкала здоровья плюс 1. Получение дополнительные очки здоровья. Хорошо. Значит, погнали. Погнали. Поехали. Да, это точно Омега. Тяжело вооруженный противник. Нелегко придется. Нормально, сейчас моя кисточка разнесет их. Ну, где он идет? Напоминаю, после убийства ножом можно выполнить серийное убийство. Я понял. А, ты не можешь пулять, да, оказывается? Спайдер, подожди, мне нужно трупы обыскать, потому что взять деньги. Это же универсальный сборщик 8000-й модели. Из-за них в Детройте людей рабочих вообще не осталось. Не смей вздыхать, Спайдер. Блин, нет, штурмовуху, если честно, мне как-то неудобно стрелять. Вали всех ублюдков подчистую. Во-первых, каких ублюдков? Чтобы подкрасться к врагам и оказаться прямо над ними. Мостки. А, мне сюда идти. Это союзники? Так, стоять, там сигналка. Только а где эта сигнализация? Ага, вижу. Ну, поехали тогда.
Тогда поехали. О, во, это огнеметчики? Обнаружен тяжело вооруженный противник. Нелегко придется. Я ж отключил сигналку. А, вот это тяжело. О, я вижу его! Тихо. Молотов, лови. Ой, я тоже поджегся, йо! Ладно. Граната. Минус двое. Блин, они разговаривают, но... Я не понимаю, что они говорят. Они раз... Больших больше дропа дают. Или нет? Готово. Все, давай, зачистка готова. Зачистка готова. Так, что это за коробочки? Где? Я хочу эту коробку. Где я? О, нашел. О, тут денежки в ней. А что мне сердца дают? Что-то напоминает. Интересно, что напоминает тебе это? Так, еще сердце. Давай, сердца мне нужны. Оказывается, тут сигналка была. О, хилки, броня. И главное, это нельзя как ускорить. Может, я потом в дальнейшем смогу это как-то ускорить. Как я помню, тогда в Far Cry типа автоматически подбирает при тихом убийстве. О, деньги. А? Кредиты. Оказывается, деньги они используют здесь такие же, как и обычные в мире. Так, коробка, еще одна. За стенкой, да, где-то? Так, ладно, перезаряжаю. Поехали. Пидер. Так, гранаты, молотов лучше переключусь. Ух, красное копье, баллистическое. Я думал, это реально списали. Я слышал, их еще используют. Для проверки новых боеголовок в канадских пустошах. И что внутри? Думаю, лучше не знать. Что за звуки? Защищать чела будем? Если да, это херово. Задача выполнена. Сервер найден. А, ну все тогда. Блин. Вот он. Мы нашли сервер. Сливайте данные. Давай колдуй, лейтенант. Эй, завидовать старшим нехорошо, братишка. Тревога. Попытка взлома в бункере Кимбл. Введите пароль. У вас 20 секунд. Спайдер. Черт, да знаю, я знаю! 5, 4, 3, 2, 1. Система безопасности включена. Предстартовая проверка. Подготовка к удару по штабу противника. Вертодром, засёмте боевые сигналы. Много, движется к вам. Готовятся к запуску. Лейтенант, я тебя прикрою. Давай! Задача. Прикрыть лейтенанта Брауна при взломе системы. О. Придется подключиться напрямую. Нейропроцессор может накрыться. Спайдер, ты обязан выжить. У тебя дома жена и ребенок. Рекс, если не выйдет, скажи им. Скажи, я погиб за свободу. Сам все и скажешь. Понял меня?
Ладно. Была не была. А сейчас будет чувствую жопа. Так, я прошел первый уровень защиты микроботов. Давай. Тихо, тихо, приятеля. Чувствую, бочки пока что не нужно взрывать. Взламываю привод. Еще минута. Шустрее. Блин, давай, давай. Лезу в память. Мне нужно время. Не, я могу просто зажать, но... Нужно патроны экономить. Применяю обратный код. Почти получилось. Воу-воу-воу. Я ему факт показал. Воу-воу-воу. Не кодирую слоты проца. Не мешай мастеру, малыш. Тихо, тихо, буду за тебя прятаться. Перешиваю материнку. Еще пару секунд. Давай, 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 я взорву его. Да ё-моё. Задача выполнена. Отлично. Моя награда это их не сердца. А, точно, я же так и патроны подбираю. Получилось, да! Задача провалена. Что? Проверка завершена. Координаты загружены. Спайдер, соберись, лейтенант. Что делать дальше? Черт! Вертодрон 7-3. Срочная эвакуация. Лейтенант Браун ранен. Вертодрон 7-3 уже в пути. Ракс! Слишком много данных! ИИ поврежден! Кровь! Кровь! Удар по штабу. Предстартовый отсчет. Скажи, что мне делать? Запуск идет автоматически! Найди главный пульт! Раз... Что? Разломай блок зажигания на пульте! Стреляй по мозгоблоку! Рэк, стреляй! Он умер. Черт! Комп, где здесь пульт управления ракетой? Принято. Выделяю цель. Задача. Уничтожить резервный блок зажигания. Ракета готова к пуску. Чувствую, сейчас будем рашить. Спидран подрубается. До удара продолжается. Отказ памяти в секторе Альфа-Альфа-Зум. Запуска 120 секунд. Гамма-Дельта-Дельта. Отказ памяти. Омега-Фиана-Дельта. Отказ памяти. Ау. Чё-то я понял, рашить лучше не нужно было. Парашел называется. Заново? А, с этого момента? Попустить. Отсчет до удара продолжается. Отказ памяти в секторе Альфа-Альфа-Зум. Запуска 120 секунд. Сектор Гамма-Дельта-Дельта. Отказ памяти. Корректировка отсчета. Да бля, шо за хер? Сектор Омега Чарли Зебра. Отказ памяти. Корректировка отсчета. Запуска 90 секунд. Всё? Управление зажиганием отключено. Отсчёт остановлен. Отсчёт остановлен. Отсчёт остановлен. Вертодрон 7-3 на подлёте.
Так, навык трюк из гранаты позволяет вам лишить родственников жертв. Что-то там. Перезагрузка. Готово. Полковник, связь восстановлена. Спасибо, Дарлинг. Доктор Дарлинг. Доктор Элизабет Вероника Дарлинг. Полковник Слоун, это же мы. Сержант Рекс Кольт, лейтенант Дити Браун. Ну, конечно. Что, они послали убить меня? Вас? Вот кто? Настоящие безумцы. Дарлинг, это два настоящих Марка 4. Экстра-класс. В прошлом. Я знаю, что случилось с вашим лицом. Да, плата за силу. Она злая, капризная стерва. Зато тигрица в постели. Сэр, что случилось? Нам сказали, вы дезертировали. Наверное, ошибка. Даже после ядерной бомбардировки Канады и захвата Австралии, мир полон пацифистов. Мы утратили ориентиры, господа. Наше правительство говорит о примирении с красными. Но я нашел способ восстановить баланс. Рекс, он точно псих. Что вы должны были сделать со мной и Омегой, а? Что известно в Вашингтоне? Простите, сэр, при всем уважении. И вы купились на их гнусную ложь? Очень жаль. Ты скачал мой сервер себе в мозг? Пошел ты! Я знаю, что ты задумал. Марки 4 всегда были слишком независимы. Какого хера? Вот да! Любого можно укротить или заткнуть навсегда! Нет! Ты труп. В серию Марк 4 вложен весь мой боевой опыт. И знаешь что? Вот еще и мое благословение. Терновник, прием. Сержант Рекс Кольт? Кто это? Доктор Элизабет Дарлинг. Я настроила связь, пока осматривала вас. Слоун перекрыл связь с Терновником. Ебать, что это такое? Черт, что это было? Посылаю координаты укрытия. С чего мне вам верить? Что это за яйца? Я ненавижу Слоуна. Ладно, Дом, каков план? Действуйте тихо. Драконы плохо видят, но людей и киборгов едят только так. Что? Эй! Эй! Сканирую пещеру. Обнаружен выход. Задача — выбраться. Кто это сделал? Внимание! Вы безоружны и совершенно беззащитны. Избегайте встреч с киберсолдатами. Солдаты. Escape, что мне хотели там показать? База данных. Сведения. А, люди. Рекс Паульт Кольт. Когда сержант Кольт буквально вытащили с того света, превратив киберсолдата, он стал лучшим образцом серии Марк 4. Торжественно киберхирурги. Так, правда, сделали его воспоминания о прошлой жизни дырявыми точно решето. Но служба в группе Омега и верность полковнику Слоуну не составляли ему времени на переживания. А затем началась выпускать серии Марк 5. И Кольт признал устаревшимся для группы Омега. Правда, ему сообщили об этом. Сообщить об этом забыли. Так, люди... Тайрон Браун Спайдер. Рек и Спайдер всегда были лучшими друзьями, а смерть и превращение в киберсолдат сделали их еще и пару... Их еще и порой неумолимых машин смерти. Ничто не в силах разделить их, даже разница в
денежном довольствии. Лейтенант Браун полагается на Рекса, когда дело доходит до тяжелой работы. Его же специальность – взлом, проникновение и дерзость. Рекс и Спайдер – последний из уцелевших Марк 4. Полковник Айс Слоу. Говорят, что полковник Айк Слоу родился с ножом в зубах. В лучшие годы Слоу был идеальным убийцем. Это киберсолдат стал образцом для всей группы Омега. Все их боевые подпрограммы основаны на его опыте и навыке. Фракции. Группа Омега. Для тех, кто числится среди лучших бойцов, умираешься за родину, значит воскреснут в теле суперубийцы, киберсолдата. Вместе с новой жизнью вы получите умение убивать сотни способов. Самые смертельные игрушки на свете и блестящее хромированное тело, при одном взгляде на которое любой качок умрет от зависти. В чем подвох? В том, что любовь к котяткам и прокету... Сейчас глаза усолят. И прокеты остались позади, а на смену ей пришли программы. Словно и самоубийственная версия человека, по сравнению с которой капризы подростков, кинозвезда, образец выдержки и самоконтроля. Какой у меня четвертый уровень? Навыки. Так, уровень быстрая смена. Быстрая смена оружия и применяет положение стрельбы при помощи. Шквал здоровья получает дополнительную ячейку. Лучший снайпер. Во время прицеливания вам будет проще удерживать лук и неподвижные положения. Так, ладно, по мне самое выгодное это спуститься вниз и идти по низу. А, я быстро бегать не могу, да? Это будет плохой идеей? Да нет, тут что-то есть. Значит, идея неплохая была. Ого, 400 патронов. 400 патронов, это много. Так, я вижу документы какие-то. Ну как их достать и где они вообще находятся? Тихо. Они близко. У этих ученых? Так, особые предметы. Так, обновленный особый предмет. Нажмите Escape. Особые предметы. Этот остров полон секретов. Видеокассеты, реликты ушедшие мира кино. Заметки Карла, дело рук одноименного ученого. Телевизор со встроенными программами. Множество животных, которые можно убивать. Ищите тщательно и учитывайте вознаграждение вас новыми приспособлениями для оружия. И что оно мне дало? База данных. Особые предметы. Заметки Карлайн. Заметки Карлайн 10. Вы начали эксперименты по использованию крови драконов в качестве оружия. Если мои расчеты верны, они верны. Мы изменим весь мир и сделаем его таким, каким захотим. Я и Слоун. Вот так-то, доктор Дарлинг. Вы мне больше не нужны. Любовь, секс. Я перерос все эти примитивные устремления. Мои отвалившиеся гениталии могут оставаться на месте. В банке, в ящике стола. Я в них больше не нуждаюсь. Можно подумать, Богу нужны яйца. Окей. Почему? Хорошо, у меня есть одна зажигательная. Я быстро бегать не могу, вот это меня бесит. Немножко меня это бесит. Сердца у меня все выпали. Чё, гоните? Опа, это что такое? А это что за синяя дрянь? Что за херня?
Да что за драконы? Да что, блядь, за драконы? Доктор Дарлинг упоминала их плохое зрение. Советую пригнуться. Они излучают биорадиацию. Сканер откалиброван. Он сообщит об их приближении. Вот так, давай ешь. Пригнитесь, а то дракона услышат. Ну, в основном они только слышат, молодец, когда я встану, да? Не на что тут смотреть. Запомним. Пипец, у них тут их гнездо. Валим, валим мы по-тихому. Дракон? Пригнитесь, а то дракона услышат. Это что еще за хрень такая? У них очень развито обоняние. Брошенное киберсердце может отвлечь дракона. Вложи в работу все сердце. Тихо. Люблю я это. Так, П, чтобы бросить. Ну, короче, как гранат кидать. Лови-ка. Что, не? Не, побежал. Задача. Идите к наблюдательному пункту. Стоит собрать побольше киберсердец. Вот черт. Опасное место. О, птицы какие-то. Тише, дракончики, тише, тише, тише. Так, вижу еще сердца. А я в щиты эти не могу. Ай, там вражина. А я сейчас знаю, что я сделаю. Я туда просто сердце метну. Помните, щит защищает от самих драконов, но против их термоядерных лазеров не выстоит. Против чего? Эй, чтоб тебя. Напоминаю, бросайте киберсердца в отмеченные точки. Перекусим. Побежал. Ой, нихера себе. К нам нагрянула Омега. Я же здесь без разрешения. Нет, они собирают всех специалистов. Тогда бегите. Нет, если хотите убить Слоуна. Захватите базы и снаряжение. В бункере обнаружено доступное оружие. Отлично. Так, белое, это значит, я могу тут быть. Всё. Возьму на... Задача. Включить киберзрение и отметить всех бойцов противника. Хорошо. Задача. Есть несколько способов освободить базу. Можно убить всех врагов на ее территории, заманить туда дракона или же отключить мега-щиты. Это сразу же привлечет к базе всех окрестных драконов. Да, а еще можно... Да твою ж мать, Ком, заткнись. Что хочу, то и делаю. Есть. Да, учтите, есть два способа отключить мега-щиты. С пульта управления или прямо у генератора. Кстати, его можно и взорвать. Бла-бла-бла, убить, бла-бла-бла. Ладно, сделаем тогда как? А сделаем мы довольно просто. Дракон у меня один. Дракончик у меня один.
здесь. Люблю я это. Останемся тогда здесь, давайте. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.